С Днем независимости Казахстан поздравляет руководитель Американского института «Восток-Запад». В 2010 году этот ведущий аналитический центр США наградил президента Нурсултана Назарбаева премией мира и превентивной дипломатии. Сегодня здесь продолжают наблюдать за событиями в нашем регионе, отмечают значительные достижения страны за годы суверенитета. Институт «Восток-Запад» основан в США во времена Холодной войны для преодоления барьеров недоверия между народами, снижения напряженности в Евроатлантическом регионе и налаживания контактов между конфликтующими сторонами. Исследования ведущих экспертов позволяют вести мониторинг развития разных стран с целью решения глобальных и региональных проблем. Поздравляю народ Казахстана с 24-й годовщиной независимости. Мы рады за вас как за нацию, а также как за члена ООН. Казахстан сыграл значительную роль в деле ядерного нераспространения на глобальном уровне. Ваш президент показал пример во многих сферах. Казахстану удалось сохранить внутреннюю стабильность, и это особенно заметно на фоне некоторых соседних регионов, которые борются за выживание. Руководство вашей страны уделяло больше внимания внутренней политике, а также помогало соседям. За 24 года независимости экономика Казахстана выросла в 19 раз, что является потрясающим успехом. Развиваются новые технологии, идет взаимодействие с мировой экономикой. И такое сотрудничество охватывает не только, к примеру, сферу транспорта, но и высокие технологии.